планировала учиться специалисте очно, но когда выбирала курсы Microsoft, увидела рекламу безлимитного обучения. Сначала сомневалась, но потом все взвесила и решила попробовать. Во-первых, не нужно никуда ехать, обучаешься дистанционно, например, дома. А так как я работаю удаленно всегда, то для меня этот формат в самый раз. Ну и во-вторых, выгодно. Сначала вообще планировала 3 курса Microsoft пройти, а теперь вот 5-й заканчиваю. Безлимитное обучение – это подписка на обучение. Это возможность в течение года пройти, наверное, все курсы или любой из курсов, или какие угодно курсы из тех 500, которые есть в нашем ассортименте. Обучение проходит в классическом режиме. Это живой преподаватель, это живые слушатели. Подключение из любого места земного шара, потому что обучение проходит онлайн. И сейчас этот вид обучения очень популярен, потому что помогает решить важную проблему. Как сэкономить в деньгах, при этом не потеряв, а даже приобрести в качестве. Для нас, преподавателей, нет никакой разницы между вебинаристами и очными слушателями. Ведь главная задача – научить, иметь возможность каждому уделить должное внимание и помочь разобраться в сложных вопросах. Конечно же, формат безлимитного обучения делает процесс обучения более доступным. Слушатель может подключиться с любой точки мира и получить знания на уровне очного обучения. Это, безусловно, и выгоднее, и удобнее слушателям. И меня радует, что теперь мои слушатели могут сразу записаться на комплексную программу, а не идти на отдельно взятый курс. Последний пройденный курс – основа руководства по управлению проектами. Впереди запланированы еще 2 курса, так что в целом хорошая идея безлимитное обучение. Платишь один раз, а учиться можно хоть каждый день.